Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Тапки с пробегом. Всем привет моим подписчикам и гостям моего канала, с вами Влад, это канал Тапки с пробегом. Нахожусь я в тета-центре GTSU, где много автомобилей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Начнем, пожалуй, вот с такого вот Лексуса. 27 миллионов 500 по стоимости, это RX 300, 2019 год, 16 790 километров пробега. Автомобиль двухлитровый, на автомате. Кожаный салон, ветровики, тонировка, литые диски, хорошая стоит резина, в общем, все по фэншую. Тачка, конечно, шикарная, но стоимость 27 миллионов 500 для тех, у кого есть деньги. Дальше 13 миллионов 900, это RAV4, 2009 год, 54 тысячи километров пробега, автомобиль на вариаторе, двухлитровый, также с тонировкой, также с ветровиками, с дефлектором капота, вот такой красавчик. Здесь RAV4 стоит, ценника нету, здесь и 13 миллионов 500, также RAV4, 2017 год, 65 тысяч километров пробега, автомобиль на кожаном салоне, двухлитровый, на вариаторе. Сзади вижу комплект резины, видимо, приобретайте за 13 миллионов 500, комплект дают в подарок. Здесь у нас стоит Duster, 8 миллионов 300 по стоимости, 2020 года, 19 тысяч километров пробега, двухлитровый на автомате. Салон ткань, с тонировкой, но без ветровиков. Здесь у нас стоит CHR, 14 миллионов 500, 2020 год, 4000 километров пробега, 1.2 вариатор, полноприводный на кожаном салоне. Corolla ценников, к сожалению, нету, X70-ка тоже. Здесь у нас стоит 55-ка в белом цвете с дефлектором капота, 11 миллионов 500 по стоимости, 148 тысяч километров пробега, 2.5 на автомате, тканевый салон. Здесь у нас стоит тоже 55-ка, 11 миллионов 200, 2015 год, 128 тысяч километров пробега, 2.5 с тонировкой, с ветровиками, но уже на кожаном салоне. Это у нас Corolla, 7 миллионов по стоимости. Смотрите, ничего так выглядит, да? В черном цвете, на литых дисках. 2013 год, 127 тысяч километров пробега. Так, 1.6 объем на вариаторе. Здесь Corolla стоит такая, ценника, к сожалению, нету. Идем дальше. Hyundai Accent, 7 миллионов 500. 2019 год, 79 тысяч километров пробега, 1.6 на автомате. Здесь стоит такой акцент уже в черном цвете, 7 миллионов 400 по стоимости, 2018 год, 50 тысяч километров пробега, 1.6. Автомобиль тоже на автомате. С тонировкой, с ветровками, тканевый салон. Рядом стоит такая Corolla в красном цвете. Ну, смотрится, конечно, симпатяшно. На железках с колпаками, 7 миллионов по стоимости, 2014 год, 125 тысяч километров пробега, на вариаторе 1.6 объем. Рядом стоит такая Corolla в черном цвете, 9 миллионов 800 по стоимости, уже на литых дисках, 2019 год, 29 тысяч километров пробега, тканевый салон, 1.8, автомобиль тоже на вариаторе. Здесь Мерин стоит, ничёшный такой, симпатяшный, 11 миллионов по стоимости, E200, 2014 год, двухлитровый, на автомате, 77 тысяч километров пробега, на кожаном салоне, с тонировкой, на литых дисках. Рядом стоит Hyundai, ой, какая она замерзшая, на литых дисках. Так, а ценника, к сожалению, нету. Салончик выглядит вот так вот. На кожаном, с тонировкой, с ветровиками. Здесь стоит точно такой же, только в серебристом цвете. 16 миллионов по стоимости. Это Hyundai Sonata, 2020 год. Всего 9 тысяч километров пробега. 2.5 на автомате.
Рядом стоит такая у нас. Вот у них дизайн. На железках с колпаками. Весь в целлофане. 10 700 000. 127 километров пробега. 2021 года автомобиль. Объем у нас. Объем 1.6 на автомате. Так, здесь у нас Toyota Camry 70-ки, аж 4 штуки стоят. Так, что у нас тут? 16 600 000, 2018 год, 102 тысячи километров пробега, 3.5. С тонировкой, с ветровиками, на кожаном салоне, на литых дисках. Здесь стоит такая 70-ка. Тоже с тонировкой, тоже с ветровиками. Ценника нету, написано резерв. Видимо, кто-то забронировал. Тачку заберут. Так, две вот такие 70-ки с дефлектором капота. 12 200 000, 2018 год, 67 тысяч километров пробега. Двухлитровая на автомате. Они, в принципе, все на автомате. Так, вот такая вот стоит, цвет такой симпатяшный, тоже 16 200 000, 2020 год, 2.5 на автомате, 43 тысячи километров пробега. Идем дальше. 17 миллионов, вот такой вот Хилюкс за 17 лямов нам предлагают. Симпатяшный. 2017 год, 89 тысяч километров пробега, 2.7 на автомате. А рядом стоит вот такой вот, за 10 500 000. Высокий, симпатяшный, 2014 год, 180 тысяч километров пробега, 2.7, автомобиль на механике. Здесь стоит такой Хилюкс, 15 200 000 по стоимости, 2017 год, 101 тысяча километров пробега, 2.7, тоже на механике. Рядом стоит Lexus, 45 570 000, 5.7 объем, 62 тысячи километров пробега, 2018 год. Разумеется, полноприводный, на кожаном салоне. Да. Кто не любит Lexus? Lexus любят все, да? Здесь стоит такой Lexus, 28 500 000, 2014 год, 96 тысяч километров пробега. Тоже автомобиль в кожаном салоне. Так, 200-ка, 22 миллиона. С дефлектором капота. 2013 год, 185 тысяч километров пробега, объем 4.6 у него. Здесь оценника у нас нету, здесь стоят 150-е, 31 миллион по стоимости, в серебристом цвете. 2019 год, 55 тысяч километров пробега, автомобиль на кожаном салоне, 4-литровый на автомате. Здесь стоит за 9 миллионов Прадик 120, 2007 год, 409 тысяч километров пробега на велюре, 2.7, коробка автомат. Так, такой 150 ценников у нас нету. В черном цвете 150, 15 500 000, 2013 год. 170 тысяч километров пробега, 2.7 на автомате. Автомобиль на кожаном салоне, на литых дисках, с тонировкой. Здесь стоит в белом цвете, с дефлектором капота, 31 миллион по стоимости. 2018 год, 62 тысячи километров пробега, 4 литра на кожаном салоне, с ветровиками, с тонировкой. В общем, все как надо. Ну и в заключение у нас Приора, двухлитровая. Вру, 1.6 на механике, 165 тысяч километров пробега, 2 миллиона по стоимости, 2012 год.
Давайте приорку заценим на литых дисках с тонировочкой. Так, и здесь у нас стоит вот такой вот Hyundai Accent, 2 400 000, 2003 год, 244 тысячи километров пробега, 1.6 на автомате. Ну что вот эта машинка, особо таких косяков у них по кузову нету, я имею в виду мятин и всякой такой ерунды. Ну что, друзья, вот такие вот тачки представлены в тета-центре GTSU. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!